Позволь привести тебе один пример. Когда мне было 8 лет, я выиграл приз на научной выставке за работу «Растет ли лимская фасоль лучше под классическую музыку?». А моя мама обратила внимание на то, что эта работа была переделкой более ранней работы моего брата под названием «Растет ли лимская фасоль хуже под рок-н-ролл?».